Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы высказать признательность руководству данной секции за то, что дали возможность сделать наш доклад, так как то, о чем пойдет речь, в общем-то, полностью укладывается понятие амбулаторной помощи. А даже в том случае, если делается, допустим, брахитерапия и она делается в условиях стационара, то за счет малой инвазивности очень короткого койко-дня, в принципе, можно отнести практически также этот метод лечения к амбулаторной помощи. Значит, актуальность данной проблемы. По итогам 2017 года рак предстательной железы в структуре онкологической мужской заболеваемости занял второе место, уступив в пальме первенства раку трахеи. А в структуре смертности третье место после рака трахеи легких, желудка. Если мы посмотрим на данные американского ракового регистра, то там ситуация несколько иная. Рак простаты в структуре заболеваемости на первом месте, в структуре смертности на втором, также после рака легких. Значит, все вы знаете, что долгие годы главным, скажем так, золотым стандартом лечения рака предстательной железы считалась радикальная простатэктомия. Вместе с тем, те исследования, которые были проведены последние там, 2-3 года, позволили практически полностью пересмотреть данный подход, и теперь современная лучевая терапия рассматривается наряду с радикальной простатэктомией как два абсолютно равноправных метода. Прежде чем переходить непосредственно к теме доклада, хотелось бы напомнить такое базовое понятие, как группы риска рака предстательной железы, так как, в общем-то, на основании этого происходит выбор метода лечения, а также выбор внутри, допустим, лучевой терапии конкретной технологии облучения. Мы наиболее часто используем такую классификацию, как классификация рисков по NCCN, которая делит пациентов на группы очень низкого, низкого, промежуточно высокого, очень высокого риска рецидива. На основании трех показателей: исходный уровень ПСА, сумма глисона и степень местной распространенности процесса. Значит, то, о чем я говорил, вот данная версия, это последняя версия классификации NCCN, где в зависимости от группы риска и предполагаемой продолжительности жизни представлены рекомендованные методы лечения. То есть, если вы посмотрите на слайд, то везде дистанционная лучевая терапия, ее различные варианты стоят на первом месте, за исключением только группы промежуточного риска неблагоприятного прогноза, где радикальная простатэктомия рассматривается как все-таки более предпочтительный метод лечения. Во всех остальных везде лучевая терапия стоит на первом месте. Значит, что же такое современная лучевая терапия? Значит, на основании большого метаанализа было показано, что повышение дозы на 1 грей снижает вероятность биохимического рецидива фактически на 2%. Значит, те стандартные, старые, скажем так, методы подведения дозы к облучаемым тканям не позволяли подводить достаточно высокие дозы, и, в общем-то, мы могли подводить порядка 60-66 грей. И те исследования, которые проведены не так давно, показали, что этого недостаточно. Поэтому эффективность лучевой терапии была несколько ниже по сравнению с радикальной простатэктомией. Вот. Сейчас мы знаем, что для того, чтобы достигнуть гарантированного туморацидного эффекта, необходимо осуществлять такое понятие, как эскалация дозы, которая в зависимости от риска рецидива лежит в интервале 74 до 76 греев. Вот. Что возможно делать только посредством таких, ну, скажем так, продвинутых методик лучевой терапии, как АМРТ, ВМАТ или же там стереотоксическую лучевую терапию. Значит, в каких клинических ситуациях используется лучевая терапия? Первое, как дефинитивный радикальный метод лечения. То есть это, по сути, единственный метод лечения у первичного больного. Кроме того, лучевая терапия широко используется как адъювантная либо спасительная лучевая после радикальной простатэктомии. Ну и с паллиативной целью, когда у нас есть, допустим, солитарные очаги в костях, либо поражение отдаленных лимфатических узлов. Значит, вот одно из этих исследований, очень важных, это исследование PROTECT, которое, это рандомизированное, первое рандомизированное достаточно длительное исследование, которое сравнивало выживаемость у пациентов групп низкого и промежуточного риска. Были три группы пациентов: радикальная простатэктомия, активное наблюдение и лучевая терапия. Вот если посмотреть на слайд, то лучевая терапия, радикальная операция имеют абсолютно схожие показатели. То есть возникает вопрос, если эффективность данных методов равноценна, что же тогда выбрать? Ответ очевиден. Следующим, скажем так, моментом, который мы начинаем рассматривать, это выраженность, частота осложнений. Естественно, где их меньше, тот метод лечения предпочтителен. Значит, вы знаете, что в последние годы у нас появились так называемые роботосистерные простатэктомии. У нас в городе есть 4 центра, где активно выполняется эта операция. И с внедрением этой технологии, в общем-то, были большие надежды. Однако исследования показывают, что значимых улучшений не происходит. То есть, если взять классическую радикальную открытую пазодилонную простатэктомию, лапароскопическую, роботосистерную, то эти улучшения имеют не статистически незначимый характер.
Что самое страшное после радикальной простатэктомии? Естественно, это эректильная дисфункция, практически 80%, вне зависимости от того, какая операция. Ну и, естественно, недержание мочи. То есть это порядка 30%. Теперь переходим непосредственно к лучевой терапии пациентов групп низкого и промежуточного риска. Какие используются технологии лучевой терапии? Может использоваться дистанционная лучевая терапия, 3D-конформная, АМРТ, ВМАТ и как разновидность стереотоксическая. Также широко используется внутритканевая лучевая терапия источниками либо низкой, либо высокой мощности дозы или брахитерапия. И различные режимы, либо монорежим, либо сочетанный режим, то есть когда используется несколько технологий одновременно. Значит, красным цветом я выделил это то, что используется у нас в клинике, это медицинкология имени Петрова. Это самые такие современные, самые сложные варианты лучевой терапии, это стереотаксис и высокомощностная брахитерапия. Значит, разделение брахитерапии на высокомощностную, низкомощностную, источник там и так далее, осуществляется на основании величины мощности дозы, которой эта классификация предложена ИКРУ. Для того, чтобы облучать, мы используем два изотопа. У нас в клинике используется РИГИ-192, может также использоваться КУБАЛ-60. Значит, существует более давно известная низкомощностная брахитерапия с йодом-125, и всегда у пациентов и у врачей возникает вопрос, в чем же преимущество вот этой вот более современной высокомощностной брахитерапии. Они следующие. Во-первых, она позволяет осуществлять точное воспроизведение лечебного плана, потому что длительность процедуры достаточно маленькая, от 15 до 40 минут, и смещение предстательной железы не происходит. Кроме того, отсутствует фактически такое понятие, как постимплантационный отек предстательной железы. Она фактически не меняет форму из-за физиологических процессов. Нет такого понятия, как миграция зерен. Нет такого понятия, как деформация за счет ультразвукового датчика. Также есть возможность повторной корректировки дозиметрического плана, что позволяет очень точно подводить дозу. Кроме того, нет ограничений по объему предстательной железы. И, возможно, с успехом лечить больных, в которых имеется местно распространенный процесс, то есть стадия Т3А и Т3Б. Кроме того, она более привлекательна с точки зрения радиобиологии, то есть где гипофракционирование. Она безопасна для персонала, так как врач непосредственно не контактирует с источником облучения. Также она обеспечивает радиационную безопасность пациента. Вот, и имеет еще ряд других показателей. В частности, экономически она более привлекательна для медицинского учреждения, так как может использоваться не только для брахитерапии рака предстательной железы, также молочной железы, прямой кишки, пищевода и целого ряда еще других локализаций. Значит, пациенты также часто задают такой вопрос, что вот появился новый метод лечения, протонная лучевая терапия. Достаточно большое количество проведено исследований, которые сравнивали точность подведения дозу при различных вариантах лучевой терапии. Вот здесь вот представлены картинки. Значит, красным цветом это та доза, которая подводится непосредственно к предстательной железе, а синим это та доза, которую получают здоровые ткани. На первом это ВМАТ, то есть это 3D-конформная лучевая терапия. Здесь это протонная и брахитерапия. Если вы посмотрите, то самое точное подведение, самое высокое комфортное подведение дозы осуществляется именно при брахитерапии. Фактически не задействуются рядом расположенные нормальные ткани. Значит, это вид операционный, который у нас есть. То есть эта процедура осуществляется в операционной. Имеется брахитерапевтический комплекс, УЗИ с возможностью записывать 3D-изображение. Значит, ну и буквально два слова. Процедура. Как она выполняется? Спинальная анестезия. Пациент укладывается в литотомическую позицию, вводится ультразвуковой датчик. Осуществляется первичное сканирование предстательной железы с получением 3D-модели. Программа компьютерная рассчитывает места введения интрастатов, после чего мы их вводим при помощи специального шаблона решетки. Осуществляем повторное сканирование. При помощи программы корректируем те изменения, которые возникают при введении игл, чего нет, допустим, при брахитерапии низкомощностной. Вот, и уже потом осуществляем облучение. Значит, высокомощностная брахитерапия обладает возможностью формировать 3D объем облучения практически любой конфигурации, и мы широко используем эту возможность для оптимизации метода лечения у каждого конкретного больного. То есть мы разработали, запатентовали метод взятия биоптатов с параутральной зоной, что дает нам основание в случае отсутствия опухолевых клеток в этой зоне таким образом задавать констрейты при планировании, что формируется изодозное распределение, которое обходит уретру. Естественно, это существенно снижает лучевую токсичность как раннюю, так и позднюю со стороны нижних отделов мочевыводящего тракта. Значит, у себя в клинике мы провели исследование, у нас достаточно большой же опыт, 200 человек, две схемы выполнения брахитерапии, то есть это либо три фракции по 11,5 грей, либо две по 13 грей.
средним межфракционным интервалом 3 недели. Вот. Мы оценили эффективность лучевой терапии. Соответственно, у нас трехлетняя выжимаемость составила 96,2%, что достаточно хорошие результаты. Ну и здесь представлены данные других исследований, других групп с длительным периодом наблюдения. Везде вы видите, что при выполнении брахитерапии группы низкого промежуточного риска безбиохимическая выживаемость составляет больше 90%. Осложнения. Фактически мы не наблюдали осложнения третьей степени, то есть те, которые требуют хирургической коррекции. Это либо первой степени, когда есть жалобы, но ничего делать не надо, либо второй степени, когда требуется медикаментозная коррекция, то есть назначение антибиотиков и эмхолинолитиков. То же самое по поводу прямокишечной лучевой токсичности. Она фактически вообще отсутствует, потому что высокий очень градиент падения дозы при проведении брахитерапии. Вот. Ну и сохранность эректильной функции. Как я уже говорил, вероятность развития эректильной дисфункции при оперативных методах лечения практически 80-90%, у нас в течение, ну, как минимум в два раза выше. Так, если посмотреть, то к исходу там третьего года 50-60% больных, которые имели, скажем так, достаточную функцию до лечения, сохраняют ее необходимую для, скажем так, совершения половой жизни адекватной. Следующий метод современного лечения – это стереотоксическая лучевая терапия. Этот метод характеризуется высокой эффективностью, низкой инвазивностью, есть большие радиобиологические преимущества и, самое главное, это короткое время лечения. То есть стандартный курс лучевой терапии при раке предстательной железы составляет порядка 8 недель, то есть 2 месяца. Когда мы говорим о стереотоксисе, то в месяц предлучевой подготовкой это от 5 до 9 дней. То есть это очень важный экономический эффект. Это очень важный социальный эффект, то есть пациент меньше находится в стационаре. Ну, естественно, это существенное повышение пропускной способности линейных ускорителей. Значит, это те линейные ускорители, которые имеются у нас в клинике. Это 3 ускорителя фирмы Variant, последние самые ускорители. Вот. Также здесь представлены возможные варианты облучения. У нас в клинике используется 7,25 грей за 5 фракций, то есть 5 фракций облучения. Значит, как производится буквально тоже коротенькая процедура стереотоксической лучевой терапии? На первом этапе железу вводится под УЗИ наведением золотые маркеры. Следующий этап – установка баллона, который располагается между прямой кишкой и предстательной железой для того, чтобы снизить лучевую нагрузку на прямую кишку. Мы сейчас уже по мере накопления опыта от этого этапа отказались, потому что лучевая токсичность со стороны прямой кишкой тоже находится на приемлемом уровне, даже без использования этих баллонов. Дальше выполняется компьютерная томография, магниторезонансная томография. Мы фьюжируем эти изображения, что позволяет нам очень точно оконтривать мишень. Дальше это дозиметрическое планирование процедуры. И уже непосредственный этап облучения. Калибровка перед облучением, укладка пациентов на стол, выполнение перед каждым сеансом повторной компьютерной томографии, которую мы сравниваем с исходной, то есть референсной. Вот они, вот эти вот маркеры. То есть это позволяет с очень большой точностью, буквально миллиметровой точностью, совмещать изображения и доставлять вот эти сумасшедшие высокие дозы без ущерба для риска для нормальных рядом расположенных тканей. Коррекция смещений возможных, облучения, и на этом заканчивается. Значит, кому проводим стереотоксическую лучевую терапию? Вот эти вот группы пациентов, которые здесь указаны, они, в общем-то, это историческая группа, то, с чего мы начинали. То есть в клинике, когда мы имеем несколько способов современного лечения, это брахитерапия, это классическая 3D-конформная лучевая терапия, стереотаксис, то, соответственно, изначально, не имея опыта, мы брали пациентов, у которых есть противопоказания спинномозговой анестезии, которые требуются для брахитерапии. Сейчас, в общем-то, мы проводим рандомизированные проспективные исследования и берем абсолютно равнозначных больных, так как эффективность этих двух методов, она практически равнозначна. Ну и вот здесь опять же данные, сводные данные по эффективности стереотаксиса, то есть это практически все больше 90% пятилетние результаты. Это по осложнениям тоже достаточно низкие показатели. Вот для сравнения красным цветом выделена лучевая токсичность при обычной 3D-комфортной лучевой терапии, она достаточно высока. И буквально еще два слова. Значит, лучевая терапия у пациентов группы высокого и крайне высокого риска. В чем здесь особенность? В том, что в данной категории пациентов мы подразумеваем наличие микрометастазов лимфоузлы, даже если мы их не видим на момент обследование пациентов перед лечением. То есть при помощи формулы Роуча мы рассчитываем этот риск. Если он превышает 15%, то мы обязательно должны облучать пути регионарного лимфотока, которые вот здесь вот указаны. Значит, ну, у себя в клинике мы делаем конформную дистанционную лучевую терапию на область таза и простаты
подводя 45-50 грей, и дальше делается брахитерапевтический буст для эскалации дозы посредством высокомощностной брахитерапии в двух режимах, либо 2 по 10 грей, либо одна фракция в 15 грей, и параллельно 2-3 года гормональная депривация. Значит, это также наши результаты. Трехлетняя выживаемость составила 8,6, что для пациентов данной категории, такого высокого риска, рецидива, это очень хорошие результаты. Значит, и вот два исследования, которые проведены, к сожалению, они не рандомизированы, и пока рандомизированных нет, они посвящены именно лечению пациентов в самых таких неблагоприятных, это сумма глисона 10. Сравниваются три варианта лечения, просто лучевая терапия, сочетанная лучевая терапия, то, о чем я говорил, и хирургическое вмешательство. И везде, скажем так, преимущество в показателях выживаемости имеет вот эта вот сочетанная лучевая терапия. Это аналогичное исследование, очень похожее тоже, многоцентровая, также вот синим цветом сочетание дистанционной лучевой терапии и брахитерапии значимо превосходит как лучевую терапию одну, так и операцию. Значит, и в конце буквально два слова. Так как вы амбулаторные онкологи, часто занимаетесь тем, что оцениваете результаты нашего лечения, хотелось бы напомнить, что эффективность лечения как после операции, так и после лучевой терапии мы оцениваем на основании уровня ПСА. Есть хирургический критерий рецидива, есть лучевой критерий рецидива, они очень сильно отличаются. Мало того, длительность достижения надир, то есть самой низшей точки ПСА после лечения, также отличны. И, к сожалению, очень часто бывает так, что амбулаторные онкологи используют хирургические критерии рецидива применительно к нашим вариантам лечения, что вызывает определенные затруднения у пациентов. Вот хотелось бы на этом закончить. Благодарю за внимание.